самом деле. Я надеялся, что впереди нас станут все же R5 и начнут там делить между собой места. Но сложилось так, что мы будем вместе с Гожевым бульдозерами просто. Поэтому, наверное, позиция не очень. Красивые допы, в принципе, все почищено, узко. Но вот я думаю, что сегодня ночью погода внесет коррективы. По прогнозу у нас ночью будет снег, а завтра будет оттепель и дождь. Поэтому я думаю, что все изменится в корне. И вот точно опять вторая позиция не очень выгодная. Что все равно будем бороться. Теперь опять утром проснемся и будем думать, как на какой резине поехать в очередной раз. Сразу за Гожевым, получается, ехали, да, остановились? Да, у него непонятно. То ли, но он написал, что мотор у него. Посмотрим, будем бороться, конечно. Посмотрим, как судьи примут решение и какое нам время поставят. Но я думаю, что если объективно, то где-то второе время поставят в классе. На самом деле мы остались на прежнем месте от предыдущего. Ничего особенного. На седьмом спичевске нас развернуло, потеряли там, наверное, секунд 30. Успокоились и просто на доезд доехали, потому что, в общем-то, бороться за первое уже было бесполезно. Ну, а удержать позицию было несложно. Как украинца оцениваешь, как соперника? О, хороший, молодой, перспективный. Будем, я думаю, бороться весь сезон. Ну, похоже, встретимся в Выборге на финале. Именно с ним. Ну, а Мансуров, как ты думаешь? Сегодня, мне кажется, он хорошие времена показал. Мансуров как за какую-то грань перешел. Не знаю, какая-то у него резина космическая. У нас ни у кого не держит, у него все держит. Ну, посмотрим. Он прибавил очень сильно. Я думаю, тоже составит конкуренцию.